спину. И дистанция атаки увеличивается, как полетел Конор. С первой секунды видели? Разрывает дистанцию и поджимает тут же. Постепенно идет на соперника Макгрегор. Очень попал сразу несколько гематом. Смотрите, и нос. Ух ты. Хайкик попадает. Конор в тяжелом положении. Серона. И, судя по всему, бой будет остановлен. Да. Но нет, смотрите, Серона решил еще побороться. Ну что ж, они не просто Серона приходят. Очень Серона пассивно защищается. Очень неожиданно. Да, все. 40 секунд.